Ученица детской школы искусств номер 3 Юлия Петрова вошла в список победителей программы губернатора Московской области «Одаренные дети Подмосковья». Ответ на вопрос, почему кто-то рисует, как Остап Бендер, сеятеля, а кто-то в 16 уже даст фору знаменитым художникам, попробуем получить в следующем сюжете. Немногословную и трудолюбивую Юлию Петрову на художественное отделение мама привела в 6 лет. Девочка получила за рисунок из сказки «Колобок» приз на конкурсе в детском саду. Именно это и стало отправной точкой. Желание должно быть, но все равно это нужно развивать в ребенке. И любовь, и способности. 10 лет способностей и любовь к рисованию развила педагог Юлии Светлана Горожанкина. Даже спустя годы она помнит их первую встречу. Что я отметила с первых уроков, она, знаете, она впитывала все объяснение, вот как губка. Она, в общем-то, все выполняла, и все требования, и как бы и все задачи были как бы с ней обговорены, и она очень, девочка такая впечатлительная, такая благодарная, с большой отдачей творческой, и я это сразу отметила. Отметили это и в Клину. На открытии 8-го международного фестиваля искусств Чайковского, где прошла церемония награждения учащихся учреждений дополнительного образования, которые достигли высоких успехов в области искусства. Диплом победителя Юлии Петровой вручили вице-губернатор Московской области Ирина Коклюгина и Юрий Башмет. До получения губернаторской премии были победы в региональных, всероссийских и международных конкурсах. И, конечно, ежедневная кропотливая работа у холста. Минимум по 3 часа в день. Талант, он сразу, ну как ты его увидишь? Он не проявляется так. Но когда у ребенка есть желание рисовать, и родители помогают ему в этом, то очень часто я встречаюсь с большими талантами у детей. Талант – это когда, вот как я думаю, талант – это когда ребенок что-то изображает, над чем-то работает, и он работает с душой. Он не просто под давлением преподавателя, а что-то вот он надумывает, там, мыслит как-то, что-то свое, какие-то новые там детали вносит в свою композицию. Юлия пока не пришла к своему стилю живописи, поэтому рисует в разных направлениях и техниках. Иногда графика, но в основном гуашь. Больше всего ей нравится писать портреты. Мне нравится, как человек выглядит. Буду рисовать его. Вот, и характерные черты лица, изображать эмоции. Мне нравится работа импрессионистов, яркие цвета в картинах, мазками, когда рисуют, фактурные работы. Ван Гог нравится, Врубель нравится, Мане. Сейчас на художественном отделении детской школы искусств номер 3 учатся 80 детей. Многие из них, как и Юлия Петрова, достигли неплохих результатов. А кто-то только пробует сделать первый шаг, возможно, к подножию Олимпа. Главное... Много рисовать и любить это дело. Без этого не получится. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.